В Ашхабаде прошла церемония инаугурации президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. В ней приняли участие депутаты парламента, члены правительства, центра избиркома и главы дипломатических миссий, аккредитованных в Ашхабаде. Бердымухамедов принял присягу и поцеловал флаг. Главой государства он будет в следующие 7 лет. Бердымухамедов победил на выборах, которые прошли в минувшее воскресенье, побив свой собственный рекорд. Он набрал 98% голосов, то есть на 1% больше, чем в прошлый раз. Западные наблюдатели считают, что с момента распада Советского Союза в Туркмении не было свободных и честных выборов.